Сейчас впереди у этих ребят не только экзамены. Им предстоит сделать, наверное, один из самых главных шагов – выбрать будущую профессию и учебное заведение. Помочь им сделать выбор уже более 10 лет помогает ярмарка учебных мест. Ее цель – оказать содействие занятости молодежи, предоставить информацию о профессиональном спросе на рынке труда, оказать помощь в выборе будущей профессии и самоопределении. Мероприятие началось с торжественного открытия и напутственного слова к будущим выпускникам. Сегодня ярмарка очень большая, широкая, которую вы можете выбрать. И выбирать нужно не от соседа, не от того, что мама с папой могут вам подсказать. Посмотрите своим сердцем, посмотрите своей интуиции. Я вот смотрю, мне говорят, ну, папа, мама, все. А спорить не будем, да? Самое главное, вы выбираете, и выбор у вас есть. А на будущее, что в сегодняшний день эти профессии в стране самые востребованные, да, на этом вы будете строить свое будущее и свою судьбу. Сейчас самые востребованные профессии – это профессии рабочие и служащие среднепрофессионального образования. Поэтому ваша задача сейчас, как Михаил Владимирович сказал, очень хорошенько подумать и выбрать, куда вы пойдете учиться. В этот день школьники получили возможность напрямую пообщаться с представителями учебных заведений, задать все интересующие вопросы и оценить свои шансы. Это было полезно как тем, кто твердо определился с будущей профессией, так и тем, чьи профессиональные намерения еще не столь определены. Я хотела поступить в МВГУ, я думаю, что я поступлю. Мне здесь очень нравится, столько профессий много, я половину не знала даже. Думаю, наверное, все-таки я поступлю куда хочу. Я еще не определилась, но благодаря данной информации, я думаю, я определюсь и выберу, куда пойду учиться. О том, кто больше востребован в сфере экономики, рассказал заместитель директора Центра занятости населения города Мурома. Специалисты вот именно со средним образованием, вот именно сейчас, зачастую получают заработную плату выше, чем те, кто получил высшее образование. Поэтому, я считаю, вполне можно учитывать этот факт при выборе места, куда пойдешь учиться. Мы желаем ребятам суметь правильно оценить свои профессиональные склонности и способности, сделав шаг к разумному и взвешенному выбору профессии. Екатерина Игонина, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.